Бобруйске все так серьезно, что даже дети в законе. С этой шутки и началась история местной команды КВН. 4 года назад выпускники школы собрались для небольшой игры с учителями, а в 2023-м появились дети в законе. 6 активных подростков позитивным вихрем ворвались на открытый турнир Кубка губернатора Могилевской области. Домой вернулись с бронзовыми призерами. 4 участников символично учащиеся правового класса. Про мэра Могилева. И долго думали, как сделать это максимально клево. И вдруг голову спустилась из-за линии. Давайте рэп читать в концовке выступления. Все завертелось сразу, слова слагались в тексты. И вот уже на сцене покоряем Эвересты. Мозговой штурм. Ни один участник не сидит без дела. Репетиции проходят регулярно и динамично. Главная составляющая успеха – энергия, молодость и креатив. Времени на отдых почти нет. На носу финал областной лиги КВН. Конкуренция серьезная. Команды из университетов и колледжей. Но глядя на ребят, становится понятно – победа Бобруйску обеспечена. Идея создания команды, кстати, принадлежит директору школы. Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Мы, конечно, ждем победы. Но как бы сама победа вообще, создание этой команды, то, что мы играем в финале, это очень большое достижение. Для этих ребят это очень большое. КВН был всегда, он как бы элита юмора. И попробовать все сделать в школе, это сложно. Но если это получается, то это просто невозможно остановить. Ну это как, я не знаю, это как, это не хобби уже, это уже как профессия получается у этих ребят. Идея – двигатель прогресса. Каждый привносит весомый вклад в создание цельного образа. Шутки, постановки, дети в законе в полной мере реализовывают свои творческие навыки. Но самое главное – эмоции, настоящие, живые и искренние. Страх отходит на второй план, когда знаешь все по плечу. Очень классно, особенно когда выступаешь, волнуешься очень сильно, переживаешь, думаешь, как же выступишь, а в итоге все обходится и выступаешь нормально, не волнуешься. Все думают, что играть в КВН тяжело, тяжело писать сценарии, отыгрывать миниатюры, но на самом деле самое тяжелое – это играть в чужом зале без своих болельщиков. Поэтому мы всех приглашаем в ДК области 28 января на наш концерт. Смотрев горящие глаза юных участников, хочется пожелать оглушительных побед, никогда не останавливаться на достигнутом и идти только вперед. Болеем за наших. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Максим Калинин, Бобруйск 360.